Жительница Каменского района лишилась крупной суммы денег, доверившись телефонному мошеннику. Неизвестный представился сотрудником службы безопасности банка, клиентом которого она является. Собеседник сообщил, что на имя женщины пытаются оформить кредит. Известно, что это дело рук одного из банковских служащих, и сейчас проводятся внутренние расследования. Для того, чтобы предотвратить действия злоумышленника на карту, необходимо перевести денежные и кредитные средства, а затем перечислить их на резервный счет в банке. Незнакомец добавил, что на счету этого мошенника уже 20 потерпевших, и его необходимо поймать. После этого мужчина переключил ее якобы на сотрудницу банка, которая попросила назвать номер банковской карты, а также три цифры с обратной стороны карты. Потерпевшая так и сделала. В итоге со счетов жительницы Каменского района было списано около 500 000 рублей. По факту мошенничества полицейские проводят проверку и устанавливают личности причастных к совершению преступления.